Начало 2021 года выдалось довольно напряженным для сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения. За новогодние праздники с 1 по 10 января инспекторы выявили на ахинских дорогах 70 нарушений правил дорожного движения. У нас обязательно экипаж дежурил в новогоднюю ночь, был приближен к площади, где проходили праздничные мероприятия. И также в течение праздников у нас все сотрудники за праздники 3 раза выходили на рейдовые профилактические мероприятия. То есть мы не отдыхали. В числе выявленных нарушений 2 факта отказа водителями транспортных средств от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А также задержаны 5 человек, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, среди которых были и те, кто уже лишен права управления за данное нарушение. 2 января в 00:35 был выявлен повторный факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Данный водитель к уголовной ответственности будет привлечен уже в 3-й раз. Ему грозит уголовная ответственность, штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет. Он 1 раз был привлечен к административной ответственности, потом еще 2 раза к уголовной ответственности, и вот 2 января 3-й раз он попался в состояние опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело. 3-е. За праздники было 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших, к счастью, нет. Водителям транспортных средств следует быть предельно осторожными в зимний период, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения. Госавтоинспекция просит автовладельцев не управлять транспортными средствами в состоянии опьянения, так как вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих. А также хотелось бы обратиться к водителям транспортных средств и к пешеходам, быть взаимовежливыми друг с другом. Водители, чтобы предоставляли пешеходам на пешеходных переходах право перехода. Очень часто у нас имеются обращения и жалобы, что на пешеходных переходах в районе магазина «Наташа», в районе гостиницы «Империя», в районе детской поликлиники водители не останавливаются, не предоставляют право преимущества пешеходам и не пропускают их. Соблюдайте правила дорожного движения. Будьте аккуратны на дорогах.